Во вторник в Самарской области пасмурно, местами пройдут небольшой снег и дождь. Днем минус 1, плюс 1 градус, ночью 0, минус 2. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо. В светлое время суток плюс 1, в темное 0 градусов. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, снег и дождь, днем плюс 1, ночью минус 1 градус, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой снег, днем 0 градусов, ночью минус 1. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 92%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.